Итак, у нас сегодня 4 апреля. Время пол первого почему-то опять. И мы находимся на Мосфильмовской улице. Здесь не то что ловушка ГИБДД, но такой у них сегодня здесь пост. Две машины стояло, три. Сейчас вот осталась одна. Пока я крутился, выискивал хорошую точку для съемки, чтобы меня не обнаружили. Еще несколько машинок уехало. Ну, посмотрим за работой наших доблестных сотрудников. Очень интересно. Очень интересно. Вот как так? Что это он ему дал? Конфетку? Или не конфетку? Вот в чем вопрос. И какой фантик у этой конфетки? Какого номинала? Отлично. Продолжаем наблюдение. Ну вот, вторая машинка приехала. Здесь у них рыбное место. Номер вот он есть. А15-03-99. Здравствуйте, господа инспектора. Будем с вами работать. Ой, как косится, ой, как косится. Ну, блин, неужели спалили? Что же делать? Теперь же нормально не поработать. Ай-яй-яй, форпост бдит. Теперь ни конфетку не выпросить у проезжающих водителей в дорогом фантике. Не опасно, на людь без причин. И вдруг работа кончилась. У обоих экипажей сразу. Пристегиваться будем? Пристегнулись, пристегнулись. Вот это дисциплинка. А мигалочку включить. Ай да молодцы. Красный свет, дороги нет. Отличненько.